в Москве, в Московской области, вы имеете право написать заявку в Роспотребнадзор для проверки электромагнитных полей в помещении. Это даром делается. Вы, если подозреваете у себя превышение, у вас что-то дискомфорт в помещении, а он, наверное, всегда есть, то вы приглашаете. Насколько вредны фитнес, электро, миостимуляторы или другие физиотерапевтические приборы на основе тока? Облучение со спутников 24/7. Даже далеко от города, на лесной поляне, 1000 каналов ТВ, плюс спутниковый телефон, плюс спутниковый интернет, ГЛОНАСС, GPS. Еще там бог знает, что направлено на поверхность Земли. Есть ли исследование влияния этого явления? Или это пренебрежительно малые величины? Вот вопрос ГЛОНАССа. Вот вообще сейчас же новые машины, я вот везде ставят уже прямо мозг. Вот голова, и вот где-то 25 сантиметров висит вот эта передача. Это безумие. 24 микроватт вы нахапали, а это уже ни в какие нормы не вписывается. Так что любые, если есть хоть какие-то вот эти передатчики, излучатели, они уже вредны априори, любые. Априори. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители моего канала, блога. Вот сегодня у меня в гостях опять Тюняев Владимир Николаевич, и мы с ним сейчас кое-что будем интересное вам рассказывать. Во-первых, ответы на ваши вопросы. Вот вопросов накопилось много, ну не просто вопросы. Есть констатации типа такие, как будто люди вот, как они считают, знают, о чем они говорят, на самом деле просто... Значит, вот судят со своей колокольни. Вот это об этом тоже поговорить хочется. Есть невменяемые комментарии, их мы, конечно, не будем читать, таких немного. А большинство людей благодарят за вот эту важную информацию, чтобы они хотя бы задумались, а кто-то пошел уже отключать Wi-Fi роутер. Это тоже прекрасно. Кто-то говорит, слава богу, я там с микроволновкой давно завязал, а теперь вот это буду, ну, там, понимать уже, отключать на ночь хотя бы телефон, ну, то, что... И это уже большое дело. Итак, план. Сначала кое-что мы расскажем, потом будут ответы вот прямо на ваши вопросы. Я выписал специально, распечатал некоторые, более 1000, ну в 3 роликах пришло комментариев, там даже гораздо больше 1000, десятки я распечатал. Так, теперь, в следующем видео я покажу, как некоторыми приборами разными можно кое-что замерять, несколькими. Поля, по крайней мере, электрические, магнитные. Но мы об этом поговорим. Какие вообще характеристики, вот, так сказать, ну, то, о чем мы сейчас... Да, конечно. Попрошу рассказать. Так, в общем, будет интересно. Смотрите, так, начинаем. Ну, смотрите, значит, что я хочу попросить рассказать. Во-первых, то, что вот мы говорили сейчас до записи, это по поводу... Расскажите-ка вначале о... Все-таки это тоже волнует людей. Вот как замерять, если они все-таки хотят какие-то приборы? Или вообще, по крайней мере, как это правильно делается? Вы же занимались очень серьезными как раз. Да. Вот об этом расскажите. Чем занимались? Что за измерения? Кратенько. Какие они объективно? Кратко. Какие кратко. Объективно нужны, какие да. не нужны? Бессмысленно. Да. Вот. Да. Моя организация была аккредитована в Роспотребнадзоре в течение 10 лет. Мы занимались... аттестации рабочих мест по физическим параметрам. То есть, грубо говоря, все электромагнитные поля, аэроионы, статические поля и так далее. Их достаточно много. И вообще это довольно сложная работа, измерение по определенной методике, определенными приборами, которые стоят очень дорого. Вот бытовые приборы, которые вы можете приобрести, измерители плотности потока энергии или электрического поля напряженности, магнитного поля, они очень, так скажем, ну, для первой визуальной оценки, для можно общих, сказать, для общего представления. И пользоваться ими, ну, если есть у вас лишние деньги, конечно, вы можете купить. Ну, по крайней мере, можете посмотреть, что... где-то вам интересно. Например, вот вы к любой розетке поднесете, там 200-400 вольтаметр будет напряженность электрического поля. Но это токи промышленной частоты. Вы поймите, это достаточно широкий спектр частот, которые нормируются, у которых есть предельно допустимые уровни санитарно-гигиенические нормы. А сколько допустимо для человека, чтобы он там жил или кровать рядом стояла вот ночью? Послушайте, для того, чтобы определить допустимый, недопустимый, нужно пригласить специалиста. В Москве, в Московской области вы имеете право написать заявку в Роспотребнадзор. Для проверки? Для проверки электромагнитных полей в помещении. Это даром делается. И должно делать. За это не надо платить. То есть приедут, да, должны. Обязаны. Если не приходит, значит, жалобу пишите. Так.
это а куда, было опубликовано. Роспотребнадзор. А, вот так вот, что сотрудники отказались. Да, нет, они обязаны прийти и измерить. Вы скажете, у меня голова болит. Я подозреваю, что здесь превышение норм электромагнитных излучений. Они уже с профессиональными приборами. Они приходят с профессиональными приборами. Обязаны сделать разметку, потому как. Ага. Ведь от каждого прибора есть расстояние измерения. То есть, зона, зона сформированной волны. Это от радиоисточников, например. Там измерение происходит, например, это от телефона, грубо говоря, на расстоянии 37 сантиметров. Нужно измеритель поставить. Но внешнее влияние шумы вообще в бытовых условиях это не делается на самом деле. Имеется в виду телефонные измерения. А вот компьютеры, да, есть мониторы. Там есть и статические поля, аэроны, измерители, измеритель счетчика аэронов, они тоже там должны быть в пределах нормы, потому что это важно, чем мы дышим, вот этот состав аэронного аэрона. Да. И магнитная напряженность, электрическая напряженность, то есть вы, если подозреваете у себя превышение, у вас что-то дискомфорт в помещении, а он, наверное, всегда есть, то вы приглашаете, придут специалисты, они измерят, вы смотрите, как они мерят тоже, поспрашиваете, а почему здесь, а почему здесь. То есть, вообще, по большому счету, должны сделать разметку помещения, то есть, шагом 1 метр, грубо говоря, или шагом 2 метра квадрат. И вот они в этих точках померили, сделали протокол, занесли туда данные, и потом вам выдали заключение, что в вашем помещении предельно допустимые уровни соответствуют нормативам или не соответствуют. И уже на основании этого документа вы уже можете предъявлять претензии к электрикам, к радистам, к там, телекоммуникационным компаниям. Да. Имейте в виду, что радиопередатчики имеют накопительный эффект. Вот, что это вы уже... Скажите, объясните. Вот представьте себе, в санитарных нормах написано, действующих 2003 года по излучением мобильных телефонов, что плотность потока энергии должна, не должна превышать 3 микроватта на сантиметр квадратный. Так. Если мы измеряем, вот берем измеритель, грубо говоря, такой, ставим телефон, вот на расстоянии 37 сантиметров от антенны до излучателя, вот здесь прибор должен показать 3 микроватта, не больше. Больше, допустим, показывает. А больше показывает, это превышение уже. Значит, телефончик, извините, серый, левый, то есть контрафактный, пишите жалобу производителю. Хотя два письма было 2005 года, 2011 главного санитарного врача, который, собственно говоря, не включил в перечень обязательной сертификации гигиенической как раз сотовые телефоны? Сотовые телефоны. Оригинально. Вот. То есть заведомо понимают, что они все превышены. Ну, заведомо нарушая федеральный закон 99-го года и санитарные нормы 2003 года. Да, дорогие друзья, кто еще не смотрел, посмотрите обязательно наши первые две встречи с Владимиром Николаевичем. Это была первая такая, вернее, одна встреча, но короткое первое видео, 10-12 минутное, а второе 40-минутное, очень важное, где под этим видео нажмите еще. Ну, не поленитесь, я поражаюсь, сколько лентяев и тех, кто судит, еще не посмотрев видео до конца. Прямо вот вышел ролик 40 минут, 2-3 минут прошло, уже все понятно некоторым. Но это вообще люди или нет? Это мозги есть? Короче, так, вот под видео заходите в Ютубе, вот на это видео, если вы не в Ютубе, в Ютуб переходите и под роликом еще большими буквами, так, надпись такая, нажимаете, открываются ссылки. Там и заключение разные, прям ссылка на Яндекс.Диск мы дали, или на Google, там, ну, неважно, там большое количество, что вы мне прислали, документов разных, там, бумаг. Да, да, да. Вот посмотрите, это кому интересно, кто хочет такую ахинею сказать, что все это бред. Бред? Докажите, что это... Давайте так, вот вы приглашаете, да, любого человека. Любого. Кто захочет не сам дурак сказать, а доказать. Аргументированно. Доказать то, что в чем мы неправы. То есть в чем... Пожалуйста. Вот, и прям сразу... По видео, будет прямой эфир, без всяких скрытых, можете свою камеру поставить. Пожалуйста. И выложим все, как вот прям вот есть. Пожалуйста, а вот если, поэтому все, давайте не будем охаивать глупостями всякими нести, а вот если аргументированно, просто пишите, я не согласен, можете написать с чем, и я готов доказать, вы пишите, что это и так не так, а просто так, все это бред. Ну, значит, просто будет дезбан и все, потому что это не человек уже, а идиот получается. А теперь я хочу немножко разбавить нашу, ну вот чтобы
Да будет как вот. Немножко, может, вот я зачитываю вопрос, вы отвечаете, да. А потом... Пожалуйста. Ну, может, от себя добавить что-то захотите. Я думаю, будет так интересно. Да. Так, вот пишет человек. Юрий Андреевич, подскажите, пожалуйста, насколько вредны фитнес-электро, миостимуляторы или другие физиотерапевтические приборы на основе тока? Хороший ну, как вопрос. Есть. Санитарные нормы существуют на все медицинские изделия, которые используются. Ну, на медицинские, да. А это медицинское изделие да. обязательно должно проходить. В паспорте да. должны быть предельно допустимые уровни излучений, во-вторых, во-первых. А во-вторых, время применения. Это должен врач знать, время применения. Вот полезно оно, не полезно, это другой вопрос. Например, моя позиция человека, который занимается здоровым образом жизни уже 25 лет, что любая стимуляция, она ну, не всегда приводит к желаемому результату, а, по-моему, в большей мере портит организм. Ну, почему? Объяснить могу. Давайте. Потому что нельзя стимулировать тоже. У вас же блок стоит. Почему? Надо разобраться, почему образовался блок или боль, например. Если вы начнете разбираться от физической боли, вы через энергетические каналы, вы придете к китайской медицине, например, посмотрите все каналы, по которым проходит энергия. Значит, в этом органе или где-то, в суставе где-то, образовался блок непрохождения энергии. А почему он образовался? А вы тогда выше идете, да, смотрите о взаимосвязи. Система пяти первоэлементов, взаимосвязь между органами и системами. Например, у вас болит там связки. А связки это что такое? Это поджелудочная железа. У вас болит сердце. 60% болей сердечных связано с поджелудочной. Это кармический узел, поджелудочная селезенка. Печень у вас заболела, ребята, ну пить надо меньше, да, грубо говоря. Не, ну там разные. А оказывается, злой человек, ну вы же знаете, сидит в печенках, как по-русски ну, говорится. Ну, говорят, желчный. Типа, желчный. Пузырь, сколько да. у человека вырезали желчный пузырь, они живут. Так у них желчь, начинает энергия распространяться во все органы, и они все ниже падают. И все больше и больше погружаются в путину тьмы. Да, то есть, скажем так, вы говорите о не только физическом, но и это духовное, а я перейду еще. То есть, энергетика, то есть, причин-то у нас в душе от невыполнения тех простых правил и законов, которые существуют в морали. Вот жить по совести, да. и все. Тогда у вас поток, который от Бога нам родовой дан, это чистый поток, он нам здоровье дает. А мы за счет своих желаний, ощущений, за счет своих эмоций портим его, и у нас, естественно, возникает болезнь. Ну, вот еще есть, конечно, всякие энергетические паразиты, всякие... Это безусловно. Это уже да. надо рассматривать в системе. В системе. Да, это отдельная тема. Отдельная может быть, тема, если будет интересно вот нашим зрителям, пожалуйста. Поговорим, да? Потому да. что... Да, ну хорошо. Правда. Это отдельная тема. Они еще так глубоко я никогда не освещал. А все-таки о физической, вот, так сказать, смотр, ну, которую тоже нельзя, естественно, не разбирать. Но самое... понятное для большинства людей, и это план физический, не все готовы воспринимать еще. В нашей практике, и у моего учителя, и угу. у тех людей, которые прошли, очень много, тысячи прошли, если ты осознаешь причину, боль уходит, последствия уходят за две недели. Но только давайте скажем, чтобы некоторые, потому что я знаю, тут это всегда, я, кстати, вам советую это указывать, вот в таких, когда вы говорите об этом, часть людей не совсем правильно или неправильно поймут. Я объясню сейчас, что некоторые поймут так, коли все болезни от духовного, так я физическое отношение. То есть это так поймут. Так это я могут понять, конечно. Так нельзя, это надо акцентировать всегда обязательно, что... Подчеркиваю. Юрий Андреевич, питание, образ жизни, образ все жизни, действует на физический... Физический план, энергетический, духовный, неразрывно связаны. Физически самый тяжелый с ним заниматься. Самый тяжелый. Потому что он инертный, и выздоровление долго происходит. Вы даже осознали, у вас должна энергия пройти чистой. Сначала от осознания от души к разуму и по телу. А потом только физика начинает перестраиваться. Она долго Более перестраивается. Более того, когда именно человек меняет свое питание, он уже автоматически потом осознает, если он правильное питание, именно природное, видовое, то он потом уже задумывается о очень многих вещах, о которых вчера еще не задумывался. Конечно. О духовном, о человеке, да, кто я в этом мире, а зачем мне... Да. То есть до этого даже не задумывался. Да. Ну, перейдем дальше тогда. Значит, далее такой вопрос. Владимир Царёв спрашивает, Юрий Ильич, а вот интересно, облучение со спутников 24/7, даже
далеко от города, на Лесной Поляне, 1000 каналов ТВ, плюс спутниковый телефон, плюс спутниковый интернет, ГЛОНАСС, GPS. Еще там бог знает, что направлено на поверхность Земли. Есть ли исследование влияния этого явления, или это пренебрежительно малые величины? Вот вопрос. Это не пренебрежительно это малые величины, а, так скажем, физики считают их пренебрежительно малыми величинами. Вот, да. Но биологи, гигиенисты, медики считают, что любое излучение от любого источника, независимо от мощности, влияет на биологический объект. Почему? Потому что влияет модуляция несущей частоты. И она главная причина вывода из равновесия клетки работы. Вот и все. То есть не самые характеристики. И это специалисты все знают, биологи и гигиенисты. И об этом вот в сводном докладе, да, который в Совете Федерации, да, сейчас я вам присылал. Да, вот, кстати, под этим видео почитайте, тоже там же масса данных есть. Ну, вы почитайте, товарищи, обязательно читайте. Эта тема крайне важна, она жизненно важная. Да. Не ленитесь, кто-то говорит, длинное видео, ё-моё. А вам жизнь еще длиннее. Вы хотите ее продлить, но, по крайней мере, не сократить. Но так тогда изучите эти там 30 минут, еще 40, еще 40. Это не сутки, которые впустую теряете жизни в неделю порой. Некоторые по день-два. Игрушки там. Да не пойми что, да много чего. Да даже вот читают какую-то глупость, типа я не буду авторов называть, но какой-нибудь там детективчики идиотские теряют сутками, месяцами, годами некоторые вот эту ахинею. Уж лучше Достоевского там почитать, Пушкина там и Достоевского Толстого. Достоевского тяжеловато, да. Достоевского это надо столько думать, когда ты, да, читаешь. Это вот некоторые считают, он там шизофреник, что-то такое. Это люди не понимают, никто глубже в душу человека. Это да. Согласен. Вот, согласен. Вот понимаете, вот кто это не понимает, тот человек не развитый. Ну, не обижайтесь. Кто это не понимает, он неразвитый человек. Это надо не обижаться, да, а попытаться постичь. А что же я не могу понять? Не отмахиваться, что это глупости все, или там даже думать не о чем. Там очень о много чем есть. И не важно, кстати, какой религиозной конфессии вы принадлежите. Это вообще не важно. Если вы живой человек и душа у вас живая, да, вчувствуйтесь в то, о чем хотел донести и что доносил. Это гениальный человек, пророк, можно сказать. Это точно. И я добавлю, давайте, два слова. Да. Он русскими словами точно описал состояние души. 100%. 100%. Поэтому вот, кстати, насчет Достоевского, это, товарищи, перечитывайте. А я типа читал. Да когда вы читали? Вы через год прочитаете, уже многое другое поймете. То, что не понимали год назад еще даже. Не то, что 20 лет. А рекомендую еще парочку, давайте, вещей интересных. Это «Разрушение ада и восстановление Его» Льва Николаевича Толстого. Мало кто об этом знает. Так, как дословно называется? «Разрушение ада и восстановление Его». Найдете в интернете, хотя издана это была вещь, там всего 17 или 18 страниц, в 1908 году в Париже и в 1961 в полном собрании сочинений Толстого. Об этом никто не говорит. Никто, да. Вы знаете, у Толстого есть, по-моему, 15 или 17 даже антиалкогольных мощнейших. Да, у него масса вещей. Это есть. Гениально. В чем моя вера, например? Более того, не все знают, что Махатма Ганди был толстовцем до мозга, да, и костей. Конечно, его вся философия. Да. Он был его учеником, последователем, основателем, даже чуть ли не где-то он там стажировал ЮАР или где-то, ну там вообще в других, когда он был еще молодой студент. Он же образованный человек. Конечно. Вот, и он там кружки организовал. Это философия, которая позволила на тот менталитет индийцев, так сказать, изменить. Да. То есть сделать на каком-то действительно астральном и плане там, энергетическом огромное дело. То есть вот это вот. Но это не значит, что эта бы позиция и то, что вот это движение, которое он, так сказать, вот, на основе толстовских непротивлений злу насилию, помогло бы и смогло бы в других цивилизациях, так сказать, изменить. Ну, там, да, на той почве, в то время, да. Но нет, просто некоторые сейчас политики говорят, вот, так сказать, это. Ну, нельзя переносить ту историю, вернее, то обстоятельство и ход событий, так сказать, менталитет и прочие факторы на любое время и любой народ. Есть и на любую территорию. Вот, точно. Давайте дальше, а то тема, да, просто так пишут. Видите, какая многогранная беседа. А действительно, кстати, это, я думаю, наши зрители оценят. Напишите, кстати. Что можете сказать про магнитотроны у Патрасенко? Патрасенко. Вот. Ну, научные публикации, будьте добры. Научные публикации будут опубликованы. Вот спрашивают про Тюняева. Это опубликуем. А вот что касается вот этого Патрасенко, знаете что-то про магнитотроны?
магнитотрона вот в данном случае видел. Я посмотрю. Посмотрите, после интереса. Да, да, хорошо. Кстати, насчет все-таки вот этих ГЛОНАССов. Вот вообще сейчас же в новые машины, я вот забыл сказать, везде ставят уже прямо у мозга. Вот, вот голова, и вот где-то сантиметров 25 висит вот этот передатчик. Я вам одно слово. Это безумие просто. Это без... Вот что с этим делать хотя бы? Ну, ну во-первых, на все передатчики СВЧ, а этой СВЧ. Это охренеть. Ставьте МГ-03. Так, сейчас. Это вы... вот этот. Да. Вот этот. Уменьшите влияние на 80% и, соответственно, просто, если у вас в доме, повторяю, уберите роутеры. Нет, не это все. Это Wi-Fi роутеры, вообще это дебилизм. Ну, мы коснемся этой темы, не будем. Вот скажите, а, то есть, вот висит она вот тут слева. Ну, я сижу, например, на пассажире. Ну, хорошо, я на водительском сиденье. Вот он здесь, да? Вот он здесь, да. У потолка, так сказать. Как клеить? Вот прям вот так? На вот него прям. Вот прям так? Да, да, да. Все понял. Теперь такой вопрос. Уже на 80 хотя бы. Да я уж прям думал чуть ли не заклеивать всю фольгу. У меня тоже в одной машине. Нет, не надо фольгу. Не надо. Лучше вот это? Нет, просто экран. Ну, можно заклеить. Вы убираете резонансы. Вы еще раз подчеркиваете. Нет, это понятно. Для физиков. Для физиков. Давайте, да. Не вопрос это физиков. Не вопрос. Физики занимаются передачей сигнала. И чтобы сигнал один не мешал мощность, другому. Мощность, частота там. Мощность, частота. И другие параметры, и так далее, и так меряются. Далее. И модуляции тоже, которые они накладывают. Да. Они известны и все. Только а что физики не могут понять? Вот объясните. Физики не могут понять реакцию организма. Они просто не знают. Что такое организм? Физики не знают биологию, физики не знают обмена веществ, физики не знают работу клетки, физики не знают генетики. Вот вы, этим да. И гигиена не знают физики. Нет, я более того скажу, мало какие биологи знают выше того, чего они учили. Они просто не хотят думать, разбираться. И нет системных. Нету системных. Людей, а которые где с академическим образованием и мысли? Очень мало. Мало. Системники занимаются, вот Юрий Андреевич, я системник. Мы занимаемся системным подходом к здоровью человека. Причем здесь вообще вот эта технотронная среда. Формулы, прочее. Не все, не весь мир формулами описать, не все сложные взаимоотношения. Да не опишите вы этим. Есть описание более глубокое, и оно... Давайте я так скажу, физики, послушайте меня. Да. До сих пор в биологии, в медицине открывают не только, когда Уголев открыл там пристеночное пищеварение, которое до него думали, что все проще, упрощали, что это котел, куда кинешь и все переварится. Ну, да. Вы понимаете, что вот что-то меняется? А вы знаете, например, что уже обнаружили ферменты, даже гормоны, которые вырабатываются в слизистой кишечника, того или иного отдела, разные причем гормоны. Вы поняли, к чему я говорю, физики? Что вы не думаете, что вы знаете мир, там, звезды, планеты или как там, да. И что вы знаете, как все энергии, так сказать, что они не только видимы и не все осязаемые приборами. А взаимодействие этих всех разных энергий, разных частот и прочее вызывают такие вот эти модуляции, тысячи комбинаций или миллионы даже. Миллионы. Вот, которые никогда вы не поймете своим умом. Никогда. Но надо понять другое. То, что неестественно, то, что действительно придумано, ну давайте так голову в микроволновку засуньте, тоже будет нормально. Или что, вы думаете, то, что жрачку из микроволновки вы взяли, и это будет вам на пользу пойдет? Нет, не то, что сама микроволновка излучает, а говорит, она экранирована. Допустим, да, хотя там есть щелки между дверями, все равно она не полностью экранирована. Не в этом дело даже, что она сама экранирована или нет. А то, что вы там с пищей сделали, с молекулами, с вот этими клетками, которые вы в себя запихнете, вы просто идиоты. Вот и все, что я могу сказать. Это... Добавлю. Давайте. Еда из микроволновки – это, извините, дерьмо, навоз. Ну, это вообще… это. Вот и все. Оно не всасывается, не переваривается, оно только идет, осаждается на стенках сосудов, и все, и вы болеете от этого. Но это, ну, частично помогает факт. Патогенная кишечная микрофлора, но которая там частично... насколько у вас иммунитета хватит? Запас прочности иммунитета. Конечно. Микроволновка – это, ну, скажем так, это гарантия либо рака желудка, так сказать, кишечника, полипов, полипозов кишечника и других проблем. Это гарантия, просто вопрос времени. Вы можете кичиться, что тут некоторые пишут, я вон сколько лет там чуть не сплю в Wi-Fi, там, и все нормально, и типа все это фигня. Что, встречался что с людьми творится? Со многими людьми, которые также утверждали. Потом начинаешь с ними разговаривать, а у них там букет. Да, это во-первых. Во-вторых, пока человек может от себя мысли гнать. И даже то, что явное, ну, забалтывать себя, скажем так, успокаивать. Если вы счастливый, то ради бога. Но пройдет время, и вы, может быть, вспомните о том, о чем мы предупреждали. Давайте дальше. А клетка Фарадея будет защищать от вредных излучений? Нет. Не будет. Ладно, идем дальше. На всем не будем долго заострять. Да, конечно. Здравствуйте, спасибо огромное за ценную информацию. Если
все-таки нет возможности отключать Wi-Fi в офисе работе, вот, кстати, это важный момент сейчас, то насколько поможет нейтронник уменьшить вред для организма, если использовать его для Wi-Fi роутера? И как правильно его использовать в таком случае? Ну, на роутер устанавливать МГ-03, и практически безопасно 4 часа работы в офисе вы можете проводить. Ну, люди, как правило, больше. И если больше, сидят, роутера, но прям... это допустимо. Но делайте перерывы, ребята. Ну, в любом случае, даже прописано в санитарных нормах, то при работе с компьютером 45 минут поработали, выйдите, выключите, отдохните, зарядку сделайте, что-то полезное попейте, чтобы выводило из вас токсины. Вы же понимаете, что у вас образуются токсины при этом. Во-первых, много клеток погибают. И как раз они гниют, образуются как раз те самые токсины, в том числе, так сказать, которые надо выводить. Это уже вопрос другой. Мелатонин тот же самый не вырабатывается, который свободные радикалы глушат. И об этом уже там десятки тысяч исследований. Это 100% у тех, кто спит с телефоном рядом на тумбочку, кладет невыключенный телефон. Это просто вот, ну, все. Тем более, если там еще куча историй. Если еще и Wi-Fi, ну, некоторые живут в комнате, где в студии, типа, вот, все в одной, да? Это страшное дело, дорогие друзья. Поэтому не удивляйтесь, почему в Гонконге, например, у каждого второго онкология. У каждого, это мне врачи говорили оттуда. У каждого второго онкология. И это правильно, так должно быть. По-другому просто не может быть. Это должно так быть. Ну, это логично, по крайней мере. А как по-другому? Кто в войсках с СВЧ работал, ребят, ну, спросите у любого. А я знаю, вот мой друг работал. 100 лет назад. Тарелка. Вот на расстоянии, ну, которая передача, туда ставят на какой-то метр или два, что-то там жарят с курицей или что-то такое. Не, ну это мощные передатчики, естественно. Вот вы представьте себе расстояние какое, например, там, это же небольшое расстояние, там, ну, 40 километров. Что это 40 километров висит у вас передающая станция космическая? Здесь принимающаяся, распределяющая станция. Ну, вы, это же мощные передатчики, которые плюс к этому базовые станции, которые здесь это распределяют, плюс у вас роутер стоит. Вы представьте себе, насколько измененный эфир. Вы вспомните, эфир, первый элемент таблицы Менделеева, 1908 год. Да. Менделеев опубликовал таблицу. Ну, третьего, по-моему, года, первый. Первый элемент был эфир. Да, нулевой ряд, нулевой период и эфир. Да, эфир. Да. И эту табличку в 1933 году нам заменили. Да. Я вот с химиками говорил, старые учителя некоторые, прям такие, нормально. Они потом, они говорят, у меня просто изменилось сознание и мировоззрение. Я говорит, вот просто понимаю, что, а ведь что такое убрать вот это? Это убрать стройность, вот это убрать системность. Всю логику, системность. Конечно, конечно. Вот то, о чем говорил, может быть, даже и описывал Рерих, ну, из древних, более источников. Это ноосфера, по большому счету, она включена в эфир. Когда он говорил, как люди раньше, в прежние времена, меняли, вот это была трансмутация металлов, которую могли спокойно делать без сверхсовременных каких-то. Вот, о чем, то есть у людей убрали знания о живой природе, о Земле, о нас, кто мы в этом мире, обкарнали, как говорится, полностью. Это точно. Если за человека берутся или хотят убрать от него знания, берутся по всем фронтам. По всем наукам, по всем сферам жизни. Только так можно из человека сделать... Прочтите «Разрушение ада». Толстой там изумительно обо всем написал. По науке, по медицине. Тоже гений. Все описал. Гений. Вот буквально больше краткими абзацами. Актуально для сегодняшнего дня. Актуально. А истина, она всегда одна. Как говорят, времена меняются. Да не меняются. Ничего не меняется. Ни люди, ни времена. Это мозги только можно на полку положить. Я думаю, даже просто все хуже становится. А идет, вы что думаете, вот то, нет, люди путают, что некоторые путают, говорят, научно-технический прогресс, вот это вот развитие, это значит вот эта эволюция человека, это деградация человека. Конечно. Потому что есть принципиально другие методы достижения всего чего угодно, комфорта, там, принцип электричества, получения безвредного, там, ну то, о чем Тесла. А его можно не получать, электричество, сам человек является генератором всего, что нам надо. Ну, мы сейчас далеко дойдем, скажем, ну попробуй от человека запитать там... Таких... Ребята, у меня есть такие знакомые, я честно. В общем, есть информация, просто так скажу, о которой пока нельзя говорить очень широко. Но придет время, не лет 5, может, 6, да, где-то? Сколько? Ну, к 25-му году, я думаю, уже... Точно, да. Когда вы все поймете, что все это была не глупость, вот, а очень серьезная вещь. Ну, вообще появляется информация, изучайте. Есть даже в интернете много... Вот,
знаете, такая информация о том, а что это на фотографиях старых дореволюционных? Есть такие какие-то на башенках катушки какие-то, непонятные спирали стоят, то есть вот то есть, и горят лампочки, вот как сейчас, которая одна осталась, которая 120 лет беспрерывно работает. Ну, двухваттная, а у нее освещенная замечательно, 2 ватта. Много есть того, что и физики не поймут, и химики. Да, но это позже. Давайте это все тема следующая. Так, теперь. Хорошо. Wi-Fi повсюду, во всех организациях, клиниках, вот сейчас я скажу кое-что, общепитах, ТРЦ, и теперь еще и общественный транспорт, метро, верхний транспорт, даже в парках. Вот и вышли погулять свежим воздухом, подышать. Но это вот крик души у человека, да. Это правильный крик души. Пишите, просто пишите жалобы в Роспотребнадзор. А потому никто не пишет, ребята, не кстати, обращаются. Да. Люди, вот, люди думают, что все это бессмысленно, бесполезно. Нет, надо писать всем, тогда будет есть видео результат. Даже в сети, где вот прям реально люди вызывали, приезжали, замеряли и там писали, штрафовали, снимали тех, кто... увеличивает частоты, там увеличивает, подкручивает свое. Им положено столько. Но усилители. А они усилили, кто это будет типа проверять? Конечно. Пока люди сами не будут об этом бить тревогу, об этой проблеме, да. И заставлять, то, конечно, они не снимут. Они возьмут и врубят вам 10 раз больше, там, чтобы он у них добивали там, да, значит, это, через вас насквозь. Дополню. Вот прозвучало в докладе Спадабаева на совещании в Совете Федерации. До 30% базовых станций стоят незаконно. Да, кстати, просто незаконно. Уж не говоря о том, что почти все накрученные выше... Это безусловно. Так, вот теперь такой вопрос. Юрий Андреевич, недавно Герман Греф, знаем такого товарища, выступил на форуме там. Угу. Он порадовался тому, что мы скоро перестанем использовать провода. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, цифровая Россия и... как бы глобальных, так скажем, желание глобальных корпораций внедрить глобальную сеть беспроводную, это естественно, это управление сознанием человека. Ну, ребят, давайте говорить открыто об этом. Более того, вот радуются же уже люди, что сотовые телефоны не надо будет скоро заряжать, лень им провод воткнуть, как и в монитор компьютера. Я вам сбрасывал, доктор Вульф, в 2 минуты, посмотрите. А, ну да, вот это 2 минуты Вульф... уложил весь доклад, который вот мы готовили. Это с где интервью, сидят вдвоем. Да, вот он кратко и сказал точно, что происходит. Он сказал точно, посмотрите. Так, ну, все по ссылочкам будет под видео. Так, теперь. Зачем же вы, это мне пишет человек, людей вводите, ну, мы вдвоем, вводите в заблуждение, mm-hmm. рекламируя всяких, ну, я уж как есть, самозванцев от лженауки, mm-hmm. говоря вас. Не нужно быть 7 пядей во лбу, достаточно школьных знаний курса физики, чтобы понять, что этот нейтроник, вот этот, угу. полнейшая фикция. Угу. А, вас самого не смутило то, что сам автор изобретения не мог ответить, описать принципы работы своего уникального прибора в кавычках? Уникального в кавычках. А, это есть фамилия, кто пишет? К сожалению, у него написано какие-то I, а G, G5. Вот, то есть, уважаемые друзья, был такой замечательный профессор МГТУ имени Баумана, создатель первой подводной лодки атомной Волченко Владимир Никифорович. Он вел семинар ХОМА в Бауманском университете. Я там выступал несколько раз. И у него была замечательная такая чита, у меня ей научил. Когда кто-то встает с места и начинает говорить что-то, он всегда говорил, представьтесь, кто вы, откуда ваша профессия. 90% людей, которые вот так вставали, разворачивались и уходили. Поэтому, если вы задаете такие вопросы, будьте добры, я гульно, имя, меняете? Фамилия, где вы живете, чем занимаетесь. И тогда еще конструктивный раз, диалог. И тогда конструктивный диалог будет. Я и в прошлом выступлении могу сейчас повториться. Принцип действия пристеночной зоны, вернее, теории ближней зоны, не существует. Ее не описал никто до сей поры, потому что никто не знает. Это раз. Во-вторых, как работает нейтроник в ближней зоне пристеночной отраженной волны, я рассказал. Это пристеночная зона, где идет отраженный сигнал. Эффекты, которые мы наблюдаем, и физические, испытания, которые проводятся, снижение напряженности, они фиксируются.
Смотрите факт. Результативную часть. А кровь как меняется, вы видели? Биологические исследования. Но мы же опять идем не от физики. Еще раз повторю. Это не вопрос физики. Физики, успокойтесь. Многое ради бога. Нельзя объяснить. Вы неграмотные. Абсолютно. Если вы знаете, как, что такое ток, флаг вам в руки. Можно сказать очень важную вещь. Товарищи дорогие, вот вы, если физики, ну, допустим, представьте какого-то великого физика, на ваш взгляд, и скажите, вы его уровне или ниже? Допустим, вы честный человек скажете, ну, конечно, ниже. Теперь второй вопрос. Если экстраполировать на биологию или там медицину, Мечников, академик, для вас как авторитет, ну, то есть, это, как сказать, уровень выше ваш, и вы, конечно, скажете выше. Я думаю, ну, тут дебил скажет нет. Теперь, а вы знаете, дорогие друзья, что Мечников говорил, что толстый кишечник – это такой же рудимент, как аппендикс, он не нужен для организма, это ошибка природы. Да! Он так говорил. Тогда, я думаю, не надо это комментировать, что это значит. И вообще, о чем мы говорим. В общем, не надо умничать. Вот так скажем. Давайте дальше. Это бессмысленно. Так. Теперь. Ну, крик души, видимо. Не верит никто. Я просто понимаю хорошо, как самолеты дымят. С детства. Ну, мы касались химтрейла. Как, да. Там, и поэтому. Да. С детства рядом аэропорт. Ну, у человека. У меня тоже. Так они не дымили. А люди, когда... Пытаешься сказать, виска пальцем крутит. Ну, значит... Ну, это из той же серии. Никогда раньше, 30, 40, 50 лет назад, шлейф, который часами стоит, расширяясь так, как пелена, никогда от самолетов не шел. Нет, это химтрейлы. Вот то, что мы наблюдаем, вот это... распыляемые вещества, которые изменяют состояние воздушной среды. Я не знаю, почему это не контролируется. В Европе мне ребята говорили, что постоянно висят вот над Прагой. Страшное дело. И потом заболеваемость растет, точно определили. Абсолютно. И это можно смеяться, можно пальцем у виска крутить, можно верить в то, что нам, есть, Коля, если что-то говорят по телевизору, значит, это желают добра, значит, это правда. Ведь не могут сказать народу что-то неправда. Или, так сказать, таблетки, которые в аптеках продаются химическими корпорациями произведенные, они же только пользу несут. Потому что как можно таблетки, они же проверены, аттестованы, они же прошли испытания. Значит, они обязательно принесут пользу. Теперь после этого задумайтесь. А миллиарды людей, вот сотни миллионов, они как больные, от таблеток излечились? Вот так же вы излечите свой разум и свое сознание и подсознание от болезни веры в то, во что вы хотите верить, чтобы успокоиться? Ну, это невежество просто. Да. Теперь идем дальше. Так. Да. Лет 6 назад никто чисто интуитивно выкинула микроволновку на помойку. Молодец. Ну, не могу я. Находясь рядом с ней, чувствую только одно. Меня бесит. Я уже не говорю, когда она включена и гудит. Просто начинается беспричинное бешенство. Бывает такая реакция у людей. Так. Подогретая еда из нее абсолютно несъедобна. Люди, которые это не чувствуют, наверное, уже совсем одервенели. А на помойке моей микроволновки не стало через 10 секунд. Кому-то понадобилось. Но больше всего, надо было разбить, но больше всего мне хотелось скинуть ее прямо с окна. Так делать, конечно, нельзя, она пишет, нельзя. Как не стало ее в доме, будто гора с плеч свалилась. Чувство... Как будто наконец-то уехал неприятный, надоевший и опостылевший гость. Вот такое вот замечательное. Прекрасное письмо, да? Да. По этому поводу рекомендую всем посмотреть фильм французский «Прекрасное зеленое». А, да. Замечательный фильм. Вот такой, там как раз по этой теме сказано, как люди отказались от технократического. Он даже, я бы сказал, такой философский. Философский. Он простой, такой юморной. Юморной, но при этом даже вот эти образы, когда героиня заходит в магазин, где мясо там порубленное, она выходит, такая, когда вся... Выставка трупов? Да. Типа, искренне не понимаю. Но мы-то почему на это нормально смотрим? Потому что мы свыклись с этим и считаем это нормой. Но это не есть норма. Вот нужно менять сознание. Почему? Не, можно не менять. Почему нужно, я говорю? Ну, если вы хотите быть людьми. По этому поводу одну ремарочку скажу. Я задавал вопрос одному из, так скажем, монахов, староверов. Угу. Он тоже стал утверждать, что мясо – это нормально. Я говорю, уважаемый, требы богам приносите какие? Никакого животного в русской традиции не приносилось. Нет, что только это за бог, если... блинчики, только вот солнечные, только то, что растительность дала, то, что земля нам дала, то, что вы вложили душу. Вот, земля посредством твоего труда. Я говорю,
Уважаю. Сейчас возмутился. Меня Александр зовут? Конечно. Все, я понял, о ком речь идет сразу. Мы не будем называть фамилию. Не будем. Но я приехал к нему и... Он еще, кстати, пьет и курит. Да. Вот такие бывают монахи-староверы, вот которые учат людей жизни. Но это не соответствует учению во всяком случае. Не соответствует учению. Извините, Библия. Первая заповедь Божья, что Бог в шестом дне творения-то дал, вы вспомните... Человеку только то, что земля дает. Абсолютно. И даже животным все, что земля дает, растительное, об этом никто не читает, они только читают позднюю, там, когда после Ноя. Вот. Когда духом упали, тысячу лет у них жизни убрали, и все на это ссылаются радостно. А радостно потому, что им очень дорогая и любимая, их любимая сосиска, от которой они не готовы отказаться. А любимая сосиска, знаете, некоторые, просто, а то тоже прокомментирую, люди не понимают, некоторые до сих пор. Любимая сосиска, у меня такая рубрика будет, это, дорогие друзья, не сосиска в прямом смысле слова, это антрикот. Это любой шницель, и назовите тысячи вариаций, это все то, от чего человек живет ради брюшка. То есть, когда он поглаживает свое брюшко, там что-то шкварчит, и он так, вот так, вот это любимая сосиска. Человек не живет для любимой сосиски. Еда – это средство для жизни и для воплощения чего-то большего, но это не цель. А у многих людей еда становится целью и смыслом жизни, вот это вот ужасно. Еще одна ремарка небольшая. Вы поймите, что физическое питание – это 10% энергии, поступающей в организм. Даже то, что уже перенос свободных электронов, научно доказано, что 80% энергии эритроциты получают за счет энергии переноса свободных электронов. А уж какие-то… А космос? Космы? Откуда вот космы? Вот это вот, что это с космосом? Вы думаете, это совпадение? Вот эти нет, у русском языке, дорогие друзья. Да, нет, совпадений нет. Не бывает. Точно. Не бывает. Точно. И все, что я даже более там скажу, вот мотыга, вот у нас же тяпка, ну, это то же самое, мы и мотыга, и тяпка. На английском, они называют сап, или сапка раньше говорили. Откуда это пришло? Русское слово. Это тяпка, это наше слово. Конечно. Вот есть такой интересный человек, ну, не только там Чудина, а вот есть этот, как же его, полиглот-то, который там языков 50 или 60 знает. Не помните? 50 или 60 языков. Чудиновым я знаком. Нет, это да. А вот этот вот, как же я все, вот забыл фамилию, он же ведь говорит... Как раз он не знает ни эзотерику, ничего. Он чисто с точки зрения, вот он уникальный человек, но способности знает языки. И он понял и доказывает, как от русского языка произошли все другие языки. И слова, и прочее. По принципу упрощения, обрезания образов, констатации. И осталось до того, что только купить-продать. То есть, ну, условно говоря, образно. То есть, вот так и есть. Но мы сейчас все больше информации получаем. Даже из ДНК, генеалогии, вы знаете, Алексей Клёсов. Клёсов – это вот кто-то тоже скажет, любит про науку. Ну, найдите более грамотного ученого, серьезного, который там, извините. Все он уже рассказал. Подтверждая все написанные ведические наши книги, которые насколько древна есть. Генетика и геном русских, который дошел неизмененным вообще, и на какую глубину, вглубь веков, то есть все люди, которые вот не зашорены, которые хотят в правде разобраться, например, Чудинов расшифровывает вот эти рунические письма, ну, одни из видов там. Там были черторезы, были приблизительно расшифровывают, так сказать. Да, потому что, конечно, надо... Таких людей очень мало, которые знают древнерусский язык. Безусловно. Коруну или хариски, есть отдельные люди, которые прикоснулись и что-то смогли. Вот, например, Гриневич, который смог фесский диск-то, вот то, что, да? То есть, есть такие люди. Есть, но их... Они приблизительно расшифровывают. Конечно, а чтобы было точно, нужно объединить. Это нужно создать научно-исследовательские институты. Объединить, но это сейчас не... Я думаю, такого. Им это не по силу будет. Это плюс закрытое знание. Ведущих людей. Это закрытое знание передается только из рода в род. Это да, но если была бы общая политика и государство, и установка такая, что это сделать и на светлый путь, вот на это действительно... Вот да, это... если бы образование занималось образованием... Да. И детей учили интуитивно чувствовать и получать знания через интуитивные каналы связи, все бы встало на свое место. И более того, если бы вот люди, скажем так, ну это нужно, чтобы общество в целом дозрело, чтобы было готово, тогда те люди, которые являются хранителями, носителями этих знаний, они придут. Они придут, и они эти знания дадут. И тогда можно будет, вот просто для простых людей, кто еще вот, ну, дозревает, с точки зрения науки,
когда все, вот эти системы будут исторические, прочие, письменность, ну, все объединено, можно будет все спокойно понять и доказать легко. Вот. Сейчас только человек душой чувствует. Извините, может... я думаю, что даже доказывать не надо было бы. Ну, очевидно, ничего. Просто было бы. Потому все что это... все просто понимают и знают. Да. Это сейчас люди, некоторые, вот, кто еще ну, не знает, но чувствуют. Есть такие люди. Вот. Некоторые люди объяснить не могут, но понимают. Вот как с микроволновкой вот с этой. Человек... Ну, это правильно, это правильно. Это человек самый точный индикатор. Нет физических приборов, ни химических, ни физических, более точного, чем человек. Ну, люди есть, которые это сразу включаются, вот он не может знать, что включили какой-то, но он прямо потом выясняется, что да, например. То есть, да, человек чувствует, конечно. Ну, хорошо. Так, как вообще, кстати, к отоплению инфракрасными обогревателями? Негативно. Негативно. Решил, да. Самое лучшее тепло. Ну, печь русская, да? Конечно. Да. Решил взять конвектор. А что насчет еще одного устройства? Ультразвуковой увлажнитель. Ультразвук. Ребята, Липецкая школа, 29 учеников уехали в больницу. Ну, то есть, в общем, ответ читайте, такой ясный. Да. То есть, санитарные правила читайте по ультразвуку и инфразвуку. Кстати, а видите, все-таки правила, даже санитарные, эти нормы, которые приняты по излучению, по всему, они же тоже они все устарели равно... уже. А, реально-то они... Да? Реально, сейчас они устарели, потому что принципы, уже новые физические принципы, термин ввели, существует, с которым никто не знает, что делать, на самом деле. Да. Вот такой вопрос. Здравствуйте. Считаю, что большую пользу могли бы принести индикаторы уровня излучения. Ну, сейчас ну, никакой еще... пользы не принесут. Скажем, они ни о чем не говорят. Использую сотовые модемы. Ну, это мысли, как я человек. Скажем, я использую сотовый модем. Мог бы поставить на модем экран и отрегулировать его так вместе с положением модема, чтобы на рабочем месте возле компьютера была максимальная радиотень. Либо вообще сделать заземленный экран с сеткой на все рабочее место с монитором, а системник с модемом вынести за пределы сетки. Неэстетично, но что же делать? Типа вот так. Нет, вы ничего не сделаете. То есть, по сути, это... практически это бесполезное занятие. Вот нейтроник как раз достаточен для того, чтобы устранить резонансы с организмом. Резонанс, который влияет, разрушает клетку, да. ДНК ломает, да. И так далее. А все мы говорили, время использования, перерывы, используйте и нейтроник, используйте. Это да, достаточно. Ну, по крайней мере, вот то, что мы можем сделать, не с ума не сходя, скажем так. Кстати, давайте так, потому что тоже таких писем, звонков, вот даже много. Некоторые люди звонят, говорят, вот давайте я сейчас скажу, вот эти нейтроники можно купить у нас на сайте nadgard.ru в моем интернет-магазине, потому что у нас продукция для здоровья, экопродукты, товары разные, в том числе, конечно же, нейтроник. От 1 до 10 штук, вплоть до опта, да? И, пожалуйста, по ценам, которые даже гораздо дешевле, ну, от количества, чем на многих ресурсах, которые вы можете посмотреть. Но, дорогие друзья, да, мы, у нас правило, магазин общий, потому что я не хочу раздувать штат, у нас очень много заказов, ну, потому что продукты наши хорошие, их много, их ценят. И у нас сумма минимальная заказа от 10 тысяч. Давайте договоримся, нейтроники от 6 тысяч, то есть вот 10 штук, это по 600 рублей, это оптовая цена. Будет, пожалуйста, можете приобретать, в виде исключения, я дам команду, там сделают ребята поправку, что вот нейтроники, исключение, кто 10 штук, а что такое 10 штук? 6 штук это уже дома минимум, 7, 8. 10 штук. 2-3 телефона у вас, у жены, а если у детей, не дай бог. А может и больше 10. Так что подумай, а телевизоров сколько, а модемы. В общем, ясно. 10 штук это ни о чем. Теперь. Ни о чем. А тем более оптовая цена будет. Не по 1000, а некоторые в интернет-магазин 1100 и ставят. Я даже видел 1100. Да, да, да. Теперь такой. Второй. У нас есть розничный магазин в Москве. Улица Беговая, дом 14. Там вы можете хоть одну штуку купить чего угодно. Более того, я поговорю с ребятами. Чтобы вы, обращаясь туда, набирайте просто в Яндексе «Лавка Фролова». Вы не к нам попадете, а вот в эту, не в мой интернет-магазин, nadgard.ru, а попадете «Лавка Фролова». Это ребята, которые от меня продают мои продукты. На Беговой улице, дом 14, прямо вот на улице, как едут по шоссе Беговая, там прям «Лавка Фролова» вывеска. Так вот, я попрошу, чтобы они отправляли в другие города. То есть, если вы хотите 2, 3, 5 штук, пожалуйста, вы можете у них взять. То есть, заходите туда и с ними пишите. Все, вы купите настоящие, вот эти качественные, свежие, хотя у них срок годности-то нет, да, по сути. Купили, и да, некоторые спрашивают, сколько он действует, когда он выйдет из строя. Пока вы не выкинули модем, телефон, телевизор с наклейкой этой, то будет он действовать. Правильно я понимаю? Правильно. Все, про это закончили. Теперь давайте следующий вопрос такой, или констатацию, не знаю. Совсем недавно было видео
от Мерколы. Там он говорит о защитных экранах. Идея такова. Они не работают. Что защитные экраны не работают, говорит некий, я не знаю, кто это, Мерколы. Были проведены опыты на животных. В результате, цитирую, они были более активны с защитой. Но раньше умерли от рака. С какой защитой? В общем, так. Уточните, давайте пожалуйста. Так. Эксперименты. Потому фамилия, имя, отчество, кто проводил и вообще какая защита ставилась. Может, стимуляторы используют, может, они... Неизвестно, что за защита. Действительно, на рынке много изделий, которые предлагаются как защита от электромагнитных излучений. И процентов у меня их там более 70 различного рода, мы их тестируем, конечно. И более 60% это стимулятор. То есть еще более вредные. Естественно. Просто ребята, кто производит, не понимают происходящих событий. Это, кстати, очень. Это вот то, о чем я говорю по приборам, по генераторам водорода и свободных электронов. Самое главное в них, что вы должны знать, чтобы они были безопасны. Это а это значит, что электроды должны быть сделаны гарантированно только из медицинского титана, покрытые несколькими слоями платины. Не напыление, которое через 2 месяца. А если это не будет, то любой металл, кроме платины, будет при электролизе выделять атомы из себя воду, и вы будете травиться тяжелыми металлами. Это одно из предостережений. То есть вот это надо понимать. Поэтому это не то, на чем, не то, что экономить, тут неправильное слово. Лучше ничего не купить, чем еще хуже себе сделать. Вот так скажем. Так, теперь. Недавно на соседнем предприятии в метрах 100 поставили уже третью сотовую вышку. И количество как-то регламентируется законом, ну как раз об этом. Требуется ли согласие жителей для установки вышек? Что вообще можно сделать со стороны закона? В последнее время стал ощущать апатию, слабость мышц. Все время хочется спать. Все это появилось после установки именно третьей вышки. Ну, предел некий. Пишите заявление, соберите заявление со всех жителей вашего дома. Напишите. У меня есть переписка одного из жителей дома, который 2 года бодался. Грамотный товарищ оказался юрист. Убрали вышку, убрали. Но мы решаем системно. Мы сейчас готовим, рабочая группа в Совете Федерации готовит закон по всем вот этим параметрам, в том числе и по вышкам. Насколько быстро он будет принят, неизвестно, конечно. И 2 года срок огромный. Тем не менее, мы уже так вот все институты, занимающиеся гигиеной, физикой, радиофизикой, принимали участие в этих заседаниях и свои предложения высказали и выдали. Теперь дело за законодательной властью, которая должна принять регламентирующие документы. А когда это может быть, скажем? Я надеюсь, в этом году какие-то подвижки должны быть. Но это не исключает того, чтобы вы написали заявление в Роспотребнадзор. Пишите, чем больше этих заявлений будет, тем лучше. Причем пишите настойчиво, что срочно требуем, а не просим. Да, в прокуратуру напишите заявление. Ну, потому как, подчеркиваю, практически все излучатели, базовые станции и телефоны не соответствуют нашим нормам. Если у вас пришли и померили, все-таки вы добились того, что у вас пришли специалисты из Роспотребнадзора, из лаборатории по измерениям и померили, и вы посмотрели, что у вас в протоколе написано там сколько-то, 4 микроватта, там 8 микроватт, все это умножайте на 24 часа, потому что это имеет накопительный эффект. Вот именно, это очень важный момент. Так, хорошо. Теперь, хотелось бы увидеть результаты измерений специальным прибором, который видит высокочастотные сигналы. Тогда будет понятно, как это работает. А так не очень в это верится, если честно. Еще раз повторю. Измеритель высокочастотных сигналов показывает вам плотность потока энергии, который воздействует термически. Это изучено и нормируется санитарными нормами. Но он не показывает уровень отклика организма человека. Это вопрос медицинских, гигиенических, биологических испытаний. Поэтому вы ничего не поймете. А на биологическое тело любые параметры действуют. Параметры, вот еще раз подчеркну, что даже если вы пригласили специалистов, они измерили и указали 1 микроватт. В 1970 году норма была 1 микроватт на сантиметр квадратный. Вот, то есть за 24 часа, если вы получаете один у вас напряженность 24 микроватт вы нахапали,
А это уже ни в какие нормы не вписывается. Так что любые, если есть хоть какие-то вот эти передатчики, излучатели, они уже вредны априори, любые. Априори, независимо от мощности. А если там мы видим 100-ваттные стоят, это каранты, это ставят по 3-5 штук. 100-ваттные, это нагрев. Нагрев хорошо изучен, и возникновение онкологии хорошо изучено. Да, это... А не термические эффекты. Вот. Изучены, вот. Но не нормируются сейчас. И мы от этого, рост онкологии только от этого идет. Конечно. Так что можно убрать и сделать в рамках даже абсолютной нормы. Но это не значит, что не будет воздействия разрушительного на клетку. Вот это, то есть, тяжело. Тут понятно. Мы можем побороться, конечно, с теми нормативами. То есть, заставить их в норматив войти. Но все равно это будет проблема. Это все равно надо жить, менять общую жизнь. Вообще, в мир нашем. Технически, технологически имеем возможность все базовые станции сделать безопасными, по большому счету. Но опять-таки, время работы имеет тоже значение. Да, тоже. То есть, даже можно резонансы убрать. На это уйдет столько лет, что люди перемрут, вот чтобы все. Это вот это, знаете, каждый решает, что ему делать. Как вот, собственно, вот этот человек пишет, Андрей Ильин, умник, обращается ко мне или к нам. А как мне пользоваться интернетом в планшете или телефоном без Wi-Fi? Зачем? То есть, типа, умник. Нет, типа, претензию предъявляет. Да, да. Стоп, секунду. Не, ну, пользуйся. Или что, так сказать? Тут надо выбирать или здоровье, или пользование. Минуточку. Даже еще глубже. Юрий Андреевич, да. Вопрос товарищу Ильину, да. А вам зачем? Ну как? Он же хочет везде тыкаться в телефон. Нет, вопрос зачем? Вы играете, вы... Ваша профессиональная деятельность с этим связана. Если профессиональная деятельность связана, и вы летите в самолет, ну там отключено. Дайте, а по-другому. Я бизнесмен, да, вот да. У меня очень много видов бизнеса. И, кстати, я самые большие деньги заработал без интернета, дорогие друзья. Я заработал. Да не нужно. Нет, я вообще сайтов тогда вот не было. Нет, или нет. А там никого. То есть без интернета. Но это дело не в этом. Сейчас да, многие бизнесы на интернете. И у меня новые вот бизнес тоже, да. Но у меня вот телефон, а тут его нет, я выключил. Ну, в общем, там нет никаких тыкалок. Нет, там кнопочные, да? Вот как я делаю? Да, есть компьютер, есть проводной у меня компьютер. Конечно, так, подойдите, в чем проблема? Учите информацию. Товарищи, вот, передайте информацию. Андрей, нет, а то, типа, или что, вы хотите так сказать, что если вы хотите Wi-Fi пользоваться, то значит, мол, не порочите это уникальное, гениальное изобретение человечества, так сказать, дайте жить спокойно, а можно успокоиться. Но это не значит, что вы будете жить. Ну, ладно, в общем, ладно. Так. Мы все люди, это нужно знать. Радиотелефон – самый сильный облучатель из телефонов. Если не знаете, померьте советскими приборами. Его сигнал с базы на трубку идет постоянно. Словом, давно... Да, словам никто давно не верит, только личный опыт с примерами. Ну, тут, правда, все перемешано, но все-таки насчет радиотелефона. Да, он тоже излучает, да. Серьезно? На него надо также ставить, ну, радиотелефон, по радиоканалу, да, он излучает. Так, что, на базу? Нейтроник, на сам... нет, на сам радиотелефон. Нейтроник поставить. Ну, на сам, на базу радиотелефон. То есть, не на трубку? Не на базу, на трубку. А, нет, а на сам. Вот... Не надо на базу, не надо. На трубку поставить, и этого достаточно. Если трубка находится в другой комнате, вот ну, где-то какая лежит. Разница? Вы же ей пользуетесь. Да, да. Не, а если вот... А, ну, база нет, там, на базу не надо. Там не надо. Нет, не хотелось бы заметить, что фольга, алюминий и свинец также опасны для здоровья. Так, знакомы ли вы с КФС? Корректоры функционального состояния Кольцова? Да. Вот вопрос. Знаком. Говорят, что их можно класть на счетчик и другие электроприборы для нейтрализации негативного излучения. Если просто отключить связь Wi-Fi на мобильном, можно оставить рядом? Я всем рекомендую, уважаемые друзья, вы прочтите инструкцию, что там написано у Кольцова, а что это, он по делает. Сути, что это делает. То, что мы тестировали, я не хочу говорить о том, что, как он работает. Он работает, да, и... Должна быть инструкция по применению, время применения и так далее, и так далее. И тогда можно уже комментировать то, что они предлагают. Ну, я не хорошо, не плохо не могу сказать сейчас, во всяком ну, случае. Ладно. Как пользоваться мобильным телефоном без вреда здоровью, если я слушаю и смотрю, к примеру, на YouTube ваши лекции? Вреден ли электричество? О, кстати... Ну, это сейчас я позже задам. Итак, все-таки мобильным. Ну, понятно, что как мобильным пользоваться. Ну, вот есть наклейки, хотя бы небольшое количество времени
В день, а не по 5-10 часов в день. Это если вы установили нейтроник на смартфон, вы безопасно, если вы взрослый да, человек. Да, взрослый человек, не ребенок. А 2 часа в сутки можете пользоваться безопасно. До 4 часов допустимо. Да. Ну, то есть вы 20 часов будете отдыхать, организм будет восстанавливаться. Да, если, конечно, вокруг ничего не будет, ну, а вокруг все есть, поэтому тут уже, ну, да. хотя бы что. Так, вреден ли электрический пол? Да. Есть одна швейцарская фирма, которая в своей рекламе, вот прям у нее, знаете, какой слоган? Ну, не слоган, а она говорит, не ценами привлекает людей, у нее дорогие цены. А мы не меняем наше электромагнитное, поле Земли не меняем. Значит, наши вот эти вот созданные. Промерили бы, интересно бы замерить. Уважаемые друзья, природа и предки наши дали нам удивительные средства для измерения внешней среды. Это интуиция, ваше самочувствие, а плюс даже тот же маятник или рамки, если вы умеете с ними работать, это очень просто научиться. На мой взгляд, среди всех приборов измерительных самый точный. А знаете, что ко мне вот тут приезжали газовые трубы, тут была проблема с газом, да. С трубой. Организация, но строители всегда пользовались этим. Вепчику сорвал. И абсолютно точно. То есть везде как проходит, как, где врезка, какая глубина, уклон. Да. Ладно, теперь идем дальше. Да? По поводу швейцарских надо посмотреть на них. Но любая система обогрева, тем более. Не, они прям заявляют, это вот что именно так. Ну, надо посмотреть. В общем, это интересно. Ну, да, надо посмотреть. Надо. Оценить. Так, да. Добрый день. Ко мне вот приедете в Пушкинский город. У меня там в одном месте. Установлены такие, вот можно будет попробовать. Посмотрим. Занимался на прежней работе инструментальными измерениями ЭМП. Так, полей всех диапазонов много лет. Сразу же очевидны неточности в тексте под видео. Частоты не 22,5 ГГц в сотовой связи. Это низкие частоты, ниже 50 Гц. В скобках. Промчастота, запятая. Электрическая бытовая сеть. Основные частоты мобильной связи 900-1800-2100 МГц. Ну, там я не знаю, где у нас точно абсолютно написано, что связь, радиосвязь 850, там по, диапазон, по ширине диапазона, передающего всех операторов, выделены частоты. Есть 850 МГц, ну, правда, 1850 МГц, там ширина передаваемого сигнала, сейчас они широкополосные, 2500, LTE, сейчас переходят роутеры уже в 4 гигагерца, 5 гигагерц и 6 гигагерц. Так что, это прав прелестно. Товарищ, токи промышленной частоты нормируются, я еще раз подчеркну, их там по физическим параметрам где-то около, может быть, 15 видов измерений, измерителей. Так что... Что в завершении можем сказать? Пожалуйста. Будьте здоровы, занимайтесь душой, занимайтесь своей энергетикой, радуйтесь жизни и будьте активны. Не будьте пассивны в этой жизни. Давайте все-таки создадим вокруг себя гармоничный мир, будем дружить. И будем изменять нашу любимую родину к лучшему. Да. Вот я это пожелаю. Отлично. А я хочу сказать, что еще добавить, что давайте, да, не будем с вами ни нигилистами, ни флегматиками, ни равнодушными. Самые страшные равнодушные люди, согласен с этой конечно. Поговоркой. А потому что при их молчаливом согласии все происходит то, что мы терпим те люди, которые хоть понимают и бьются головой в стену, бесполезно. Потому что когда большинство безразличных людей, а если бы мы не были безразличны, жизнь была бы другая. Поэтому вот здравомыслие это и есть как раз в том числе не безразличие к себе, к окружающему миру, к следу, который мы оставим на земле. Не наследим, нагадим, а именно вот оставить, что называется, продукт развития какого-то и творчества, творения. Вот это важно. Но, соответственно, надо думать и познавать и себя, и мир вокруг. И, конечно, относиться и к духовному, и к душевному, и к физическому своему телу и состоянию очень серьезно. И все это взаимосвязано между собой. Поэтому изучайте мир, ну, смотрите вот
посильные наши, так сказать, какие-то лекции, вклад, я думаю, какой-то есть в это дело, по крайней мере, кто-то задумается, уже не зря это мы сделали. Как один человек, Жданов, сказал, что вот председатель колхоза, я соберу всех, вот соберу лекцию антиалкогольную тут поставлю, чтобы хоть кто-то отучу пить, уже жизнь не зря прожил. То есть вот совершенно правильно. Если каждый будет думать так, на своем месте, на своем, что-то сделает хорошее, это уже будет огромное дело. Ну, вместе мы сможем гораздо больше. Поэтому призываю объединяться, а не разъединяться, и не спорить, а видеть мир, каким он есть, без фантазии и иллюзий, понимать, в каком мире живем и чего мы хотим. Хотим ли лучшего? Давайте будем в этом направлении работать, трудиться. Но равнодушными не будьте. Вот на этом, пожалуй, все. Я думаю, мы обязательно еще встретимся и ответим на другие ваши вопросы. Может быть, вас, вот, что будет интересовать, вы пишите, а мы как бы на несколько серий или разных видов, ну, скажем так, вот, так сказать, писем разделим. То есть по темам. Потому что, конечно, все вместе. Да, это может быть очень, кому-то покажется сумбурным, кто-то не поймет. А потом для разных людей действительно, так сказать, вот, нужны разные вот эти темы, которые просто они оценят. А если не оценят, ну, времени пришло еще, значит. Всего хорошего, дорогие друзья. До новых встреч.